Здравствуйте, это программа «8 вкусов». Готовьте вместе с нами, ведь это вкусно, полезно и интересно. Сегодня наши гости Михаил Глушко, управляющий директор Центра косметологии и красоты группы компаний «Тафи» и ведущий специалист Центра косметологии и красоты «Тафи» Олеся Агузарова. Здравствуйте! Сегодня Михаил и Олеся с нами поделятся секретами красоты, а вот вкусными рецептами с нами поделится су-шеф ресторана «Огонек» Владимир Ермоленко. Владимир, здравствуйте! Доброе! И расскажите, что мы будем сегодня готовить? Так, у нас сегодня вкусная, простая еда. Так. Будет у нас сахалинский трубач, приготовленный на воке, с добавлением лука и чеснока и специй карри, куркума. Также будет наш фирменный салат с крабом от ресторана «Огонек» с фирменной заправкой со сгущенкой. Отлично. А я отмечу, что продукты, которые мы сегодня будем использовать, нам любезно предоставил ресторан «Огонек». Итак, Владимир, дайте же нам задание, с чего мы начнем? Не вопрос. В принципе, нужно будет почистить авокадо, почистить грейпфрут, достать сегмент грейпфрута. Пока все. На одном грейпфруте я могу показать. Авокадо, в принципе, так, можете начинать чистить. Если не умеете, обращайтесь, я вам все покажу. Хорошо. Сегмент. Михаил. Надеюсь, сегодня будет самая веселая передача в истории. Грейпфрут, вот так вот потихонечку снимаем с него шкуру. Очень все просто. Так, ну а мы тогда с Олесей авокадо. Да, авокадо. Можете начинать чистить. Так. Да? Если не умеете, обратитесь, я вам все покажу. Под руководством я готова это сделать. Нам нужно авокадо. Давайте покажу. Давайте. Просто взять вот так аккуратненько, провести по кругу. Оно уже спело. Вот. Очень все просто. Косточка уже у нас здесь. Ну, теперь взять ложечку и аккуратно вытащить мякоть. Ну, вот проводить вот так. Попробуйте. Угу. Мясо трубача. Я его, если признаться, ни разу не готовила. Суперфуд, белковый продукт. Что там? Семейство у нас, брюхоногие. Ну вот я знаю, улитка. Что это улитка. Ценят его как раз-таки за высокое содержание белка. А еще около 30% белка на 100 грамм. Да, как батончик скушали протеиновый, в принципе. Угу. Раскладываем? Так. Владимир, подскажите, куда нам складывать? Вот, пожалуйста, авокадо. Вот сюда можете. Булик по-французски. Отлично. Русский тазик. Подвинусь. Маленький. Пока ничего сложного. Смотрите, мы сняли с него шкуру. Вот так вот доводим. И потихоньку. О, все просто. Морские деликатесы любите? У нас любим. Сегодня морское меню. Особенно я не люблю очень сильно заморачиваться и люблю все морские деликатесы делать на сковороде гриль. Угу. Быстро, вкусно. Полезно. И полезно, да. Так, Олеся. Конечно, какие? Люблю. Какие? Все. Абсолютно. Что муж приготовит? Все, что, я доверяю полностью своему мужу. Все, что приготовит, все кушаем. Устрицы, наверное, я дам свое предпочтение. Допустим, такая ситуация. Вы летите в самолете. И подходит стюардесса, предлагает обед. Угу. И говорит: рыба. Мясо. Что выберете? Мясо. Однозначно мясо. Я тоже. Я тоже выберу мясо. Владимир, а вы что бы выбрали? А я и рыбу, и мясо, наверное, бы выбрал. То есть сразу и рыбу, и мясо, да? Смотря что будут предлагать. Вино, шампанское. Под что, да? Под что? Так, с авокадо мы справились. Все, отлично. Что дальше? Теперь его нужно порезать кубиком. Вот мне кажется, что люди делятся на два типа. Это те, кто любят готовить, и те, кто любят пробовать и есть, скажем так, да? Вот так я себя можно. Отношу ко второму типу. К какому типу относите вы себя? Вот я так понимаю, Владимир однозначно первый тип. Люблю готовить. Профессия я такая. Люблю готовить, да. Я 6 лет готовлю. Начал первый раз. Это запарил лапшу, причем маме. Ну, так получилось. Не, ну я слил воду, потом обжарил ее, принес, забыл выключить печку, там стояла кастрюлька, все в дыму, мама была довольна. Но готовлю. Дома любите готовить? Да, ну, то есть не так, как сапожник готовлю. Без сапог? Я готовлю до дома, как-то так. Ясно, Олеся? Наверное, зависит все от настроения. Иногда, если настроение хорошее, я люблю готовить. Ну, наверное, больше я люблю кушать. Да. Мне так кажется. Михаил? Ну, я люблю готовить, но, опять же, должно быть настроение. Я очень люблю готовить борщ. Очень люблю готовить морепродукты на гриле.
То есть, ну, в основном, конечно, в связи с загруженностью, наверное, своей, не всегда получается готовить вообще, в принципе. Поэтому ресторан «Огонек». Приходите. Всегда придет на помощь. Так, а любимый ужин? Любимый ужин? При свечах, конечно же. Ну, просто говорят, ужин должен быть легким. Это не для меня. Нет? Так. Если я не поем, я не усну. Мясо. Ну, в том числе, да. Олеся? Любимый ужин? Это, наверное, что-то легкое. Какой-то легкий салат. Возможно, даже с морепродуктами. Чтобы не нагружать желудок перед сном, чтобы все легко усваивалось. Предпочитаю что-то такое более тяжелое есть в течение дня. Владимир, тоже так, интересно ваше мнение. Я, честно, всегда почти одно и то же готовлю. А что? Я, ну, у меня казан, просто делаю курицу в казане. Все, ну, я мясом, да, питаюсь перед сном. Ну, гранатовый сок люблю. Вот с мясом мне нравится, хоть он повышает, говорят, с утра надо пить, но я на ночь, как вино, нормально. Какая любимая кухня у вас? Европейская, азиатская? Я вот, например, очень люблю азиатскую и русскую кухню. Без русской кухни вообще, конечно, никуда. Если из русской кухни, какие блюда? Больше, конечно, предпочтение отдаю мясным блюдам. У нас мясоеды такие собрались, да, сегодня? Ну, потому что мы выросли на море. Морепродукты у нас с самого рождения. Не удивить. Да, поэтому нас мало можно чем удивить там морепродуктами. А вот мясом... Хорошим стейком, да? Да, хорошим стейком, там, мраморной говядиной. Это вкусно приготовленной курицей той же. Олеся? Ой, я такая разносторонняя, даже не знаю, с чего начать. Ну, наверное, азиатскую кухню я тоже люблю. Я очень люблю мясо. Наверное, это больше Кавказу. Хорошо. Относится. Это либо армянская кухня, либо грузинская кухня, может быть, осетинская кухня. Корни дают о себе знать. А вы согласны с высказыванием, что мы – это то, что мы едим? Однозначно. Это 100%. Все отображается, то, что мы кушаем, и на лице, и на теле. Поэтому, глядя на человека, даже можно понять, что он ест. Когда особенно приходят пациенты к нам с какими-то проблемами по поводу лишнего веса или по поводу проблем с кожей, конечно, первый вопрос – это что мы едим. Очень ярко выраженно реагируют клиенты на сладкое, на жирное. Это все сразу появляется у нас здесь, здесь. Поэтому, конечно, это 100% высказывание, верно. И как специалист в области косметологии, посоветуйте, какие процедуры помогут улучшить цвет лица, состояние кожи? Четкого какого-то алгоритма действий, как такового, его нет, потому что все всегда выбирается индивидуально. Есть много разновидностей отделений косметологии. Кому-то подойдет инъекционная косметология, это та же самая биоревитализация кожи. Кому-то подойдет больше лазерные процедуры по улучшению качества кожи, по улучшению цвета лица. Кому-то подойдет элементарный уход, кому-то будет и этого достаточно. То есть, приходя к нам в клинику, мы уже смотрим и разбираемся по ситуации. Владимир, что нам дальше делать? На каком мы этапе? Я думал, он мне тоже будет спрашивать про косметологию. Да, да, да. Я уже подготовился, такой думаю, главное правильное питание не переедать, там утром куркумы попить, стаканчик нормально. Ну, согласны, согласны, да, тоже с высказыванием, что мы – это то, что мы едим? Да, так я очень согласен с этим. То, что мы едим, очень благоприятно влияет на цвет лица, там, на состояние здоровья, но, тем не менее, без современной косметологии не обойтись современному человеку. Увлажнение, питание, оно должно быть, чтобы кожа сияла, светилась здоровьем, светилась нежностью. Самое главное – изнутри. Изнутри. Скрываем краб и рвем его на мелкие кусочки в наш прекрасный салат. Так, Михаил, вам пачку. Ну, я возьму, хоть что-то сделаю. А возвращаясь к косметологии, раз у нас сегодня в гостях специалисты в этой области, подскажите, вот есть сезонные процедуры? Вот, допустим, весной
обязательно сделать какой-то определенный пилинг, чтобы кожа сияла. Как такового понятия сезонность его уже почти нет, потому что все процедуры адаптированы под клиента таким образом, чтобы его не ограничивать какие-то определенные рамки. То есть бывает такое, что клиент уходит в отпуск у нас летом, и именно летом ему необходимо сделать ту или иную процедуру. Конечно, мы стараемся, подбираем, очень много зависит от клиента, то есть у него есть определенные обязанности после той или иной процедуры, как себя поддерживать во избежание той же самой пигментации, чего так в основном и боятся наши клиенты, да? Почему и появилась эта сезонность. Поэтому при правильной реабилитации, при правильном поведении клиента какие-то угрозы, они просто минимальны. Тем более сейчас достаточно новое оборудование, которое уже не навредит клиенту. Да, в нашем центре представлен парк самых современных лазерных систем. Это такие, как Фотона Словения, которые признаны светилами медицины по всему миру. Это легендарный Alma Lasers, израильская компания, которая на рынке медицинских лазерных систем уже 20 лет в этом году было ей. У нас представлен аппарат Alma Laser Harmony XL. Это самое современное лазерное оборудование для косметологии, которое есть сейчас в мире, не имеет сезонности, не имеет никакого периода реабилитации, абсолютно не имеет никакой боли, эффекты просто потрясающие. Пигментация абсолютно по всем направлениям, этот аппарат может справиться абсолютно с любой проблемой. А как таковая сезонность, это только как рекомендацию клиенту мы можем дать, например, после зимы, это интенсивное увлажнение, также после лета, когда кожа уже обезвоженная, кожа после отдыха, солнца и моря, то, конечно, вот эта сезонность, да, она существует именно в поддержании качества кожи, ее улучшения. Тогда, да, сезонность есть, а именно в ограничениях ее нет. Почему ресторан «Огонек» называется фермерским? Фермерским наш ресторан называется не только потому, что в наших блюдах используются продукты непосредственно производителей. Мы также глубоко убеждены в том, что пища должна быть экологически чистой, натуральной, полезной, понятной и качественной. «Огонек» – ресторан про вкусную и здоровую авторскую кухню с упором на дальневосточный колорит. Мы рады всем гостям, и нам всегда есть чем удивить как жителей города, так и его гостей. И мы рады тем, кто разделяет наше желание наслаждаться жизнью и дышать полной грудью. У нас все собрано. Теперь можно подготавливать трубач или можно сделать соус. Соус я сделаю быстро сам. Расскажу вам. Со сгущенкой, той самой. А что дает сгущенка? Вот почему ее добавляют в этот соус? В этот? Сочетаемость хорошая. В Азии, ну, в Таиланде очень сладко любят. Сладко, да? Чтобы сладость была? Ну, переход на сладость, потому что сам соус немножко специфический, там и сок лайма, и дижонская горчица зерновая, и ворчестер, и яично-масляный соус. Ну, то есть переход. Наше прекрасное сгущенное молоко. Очень интересно. Такого, наверное, я точно не видела. Майонез со сгущенкой я точно никогда себе не представляла. Это дижонская зерновая горчица. Пока Владимир мешает, хотела узнать, а как вы относитесь к народным средствам, когда делают маски из огурца, клубники? Это всегда такой очень спорный вопрос. Конечно, однозначно сказать, что я против какой-то домашней медицины, домашней косметологии, я не могу. Если тот же самый огурец, например, с огорода, и ты точно знаешь, что он выращен с любовью, в хорошей земле, ничем он не полит, то почему бы и нет? Я такой метод тоже приемлю, но не нужно увлекаться этим. То есть, конечно, профессиональную косметологию не заменят ни одни, например, там, чайные пакетики под глаза. Михаил, есть у вас мнение по этому поводу? Ну, я тоже не против, когда приезжаешь там на дачу, мама, там вторая половина, все намазаны, ходят, так весело с одной стороны. Ну, наверное, так же, как и все косметологи, я, конечно же, не против, но все-таки за достойные нормальные процедуры, которые смогут помочь в том или ином моменте. Владимир, вам слово. Уже перемешали, я смотрю. Все, соус у нас подготовлен, салат подготовлен. Теперь делаем трубач карри на воке. Вот наш прекрасный трубач. Он уже припаренный. Рассказываю, вы покупаете этот трубач, он не припаренный. Что нужно сделать? Взять сотейник, в холодную воду положить его, на слабой температуре прям руку засовывайте. И начинать, вот пока рука терпит,
все хорошо, вот все уже не можете терпеть, сливаете, он готов. Выделится белок, и он станет как яйцо отварное. Мягенький, хороший. Очень мало кто умеет грамотно сделать трубача. Да. Он уже все, он настолько мягок. Ну, то есть, если я при резке, как обычно, буду пробовать, все будет хорошо. Отравление не произойдет. Да, он уже, вот видите, он уже, ну, прям... Ну, давайте я оценю. Оцените. Резать покажу, как сейчас. Да. Тоже как бы не надо мелко сильно. Я часто сейчас слышу в своем окружении, что после зимы накопилась усталость. И я это замечаю за собой. Какие процедуры в вашем центре помогут восстановить силы? Чем можно воспользоваться? Ну, хочу выделить две своих самых любимых процедуры, которые приводят тебя в тонус, после которых хочется жить, радоваться. Это, конечно же, массаж, это эндосферотерапия. Эндосферотерапия – это что? Какая процедура? Как она проходит? Давайте я, наверное, расскажу. Да, потому давайте. Потому что я на этом аппарате с этой процедурой работаю уже давно. Мне кажется, это моя любимая процедура, которая работает по телу. Почему любимая? Ой, сейчас буду вам много рассказывать, наверное, про нее, потому что эта процедура комплексная, она работает полностью по всему телу. Процедура длится 75 минут. Во-первых, первым этапом у нас идет лимфодренажное действие, то есть мы убираем абсолютно все застои, всю лишнюю жидкость из организма, а вторым этапом мы уже работаем на мышцы. То есть для вас это будет легкий, приятный, ну не сильно легкий, но приятный массаж. А для организма это целая замена одной тренировки. Во-первых, мы что делаем? Мы делаем лимфодренаж, мы подтягиваем кожу, мы прорабатываем мышцы, мы убираем все застои и, конечно же, мы получаем удовольствие. Результат эндосфера дает потрясающий. Клиенты с одного курса берут сразу второй курс, потому что ощущается такая легкость в ногах, не болит абсолютно спина, нет никаких застоев, не болит голова. То есть эндосфера – это такая комплексная процедура, которая оказывает действие на очень многие факторы. Поэтому ее очень любят. Ну и, конечно, ничего не заменит общий массаж, ручной. Это просто расслабляет, да, тело? Да, конечно, это также, это лимфодренаж, это и расслабление. Просто кому-то ближе аппарат, а кому-то ближе руки. Руки массажиста. Тут уже нам выбор клиента. Обрати внимание, что делает Владимир. Порезали трубач, порезали соломкой лук, добавили немного чеснока, добавляем смесь специй, куркума, карри. Здесь немножко сахара добавлено, немножко соли, чтобы раскрыть вкус. Я вообще очень люблю вот это блюдо. Его можно дома вообще легко готовить. Закуска идеальная просто. Скоро лето, и тело уже нужно готовить. К этому сезону какие процедуры посоветуете для тела? Я понимаю, что спорт, да, там это очень хорошо, но если нет времени на спорт. Ну, опять же, вернемся. Это, конечно же, эндосфера, это бифлексия, вакуумно-роликовый массаж. Опять же, это массажи, это всевозможные обертывания, скрабирование своего тела. Также у нас есть смаз-лифтинг последнего поколения Ультраформер 3, который также работает на тело, на подтяжку тех зон у наших пациентов, которыми они стесняются выйти на пляж. Там мы можем это исправить. Также у нас есть акцент. Это эксклюзивный аппарат. Находится он только в нашем центре косметологии Красоты Тафи, который борется с объемами, с лишним весом и убирает за один сеанс до 7 сантиметров. Но хочу сразу оговориться в объемах до 7 сантиметров, что нам еще за 2 года, как у нас аппарат, не удавалось столь крутых результатов, как нашим европейским коллегам. Ну вот, например, у Олеся добивалась результата минус 4 сантиметра. За одну процедуру? За одну процедуру. Клиент пришел, и в объеме живота у нас за одну процедуру ушло 4 сантиметра. Ну это что, вода? Поверьте, это круто. Это, конечно, вода. То есть обращаться не стоит, что ты пришел, убрал за один раз 4 сантиметра и все. То есть этот результат у тебя сохранится на какой-то долгий срок времени. Конечно же, нет. Это всегда комплекс. Все процедуры по телу – это всегда комплекс. Это комплекс правильного питания. Это комплекс процедур. Конечно, если позволяет время, то да, спорт, он должен быть. Если с временем совсем все плохо, да, процедурами мы тоже полностью справляемся. Клиент получает тот результат, который он хочет получить. Аппараты также идут по противопоказаниям. Сейчас же очень много противопоказаний у клиентов.
Есть абсолютно безопасные процедуры, которые подходят абсолютно всем. Эндосфера, она не имеет противопоказаний почти совсем. Даже эндосфера во втором триместре, она разрешена клиентам для снятия отечности. Акцент – это уже более серьезная процедура, где идут две самые мощные из систем. То есть это и радиоволна, и ультразвуковая волна. И, конечно же, во время нашего курса не стоит забывать о правильном питании, потому что мы должны друг другу помогать. Немножко сделаю такое отступление. Такие случаи, они были, когда я как специалист работаю, вкладываю душу, стараюсь. Я всегда стараюсь с каждым клиентом, как сама с собой. То есть всегда хочется поработать на результат. Когда ты его видишь, ты получаешь удовольствие от своей работы. Но нет результата с клиентом. Но что делать? Ну нет результата с клиентом. Приходит ко мне клиент и угощает меня пакетом шоколадных конфет. То есть она купила кулек себе, кулек мне. То есть я прекрасно сразу понимаю, что было дома, что она кушала. Конечно, мы с ней все разобрали, мы с ней все уяснили. И дальше просто на глазах. Все. Клиент пошел. Все, получил то, что хочет. Красивая, на пляже фотографии присылала. Все супер. Мужчины тоже хотят выглядеть хорошо. Что им посоветуете? Для мужчин есть даже отдельные и уходовые процедуры, и по телу немножко разница есть в процедурах. Так в основном наши мужчины, что они хотят? Поддерживать свою красоту и молодость, и, конечно же, избавиться от лишних сантиметров в объеме. Допустим, одна из самых моих любимых процедур – это процедура на аппарате «Дермадроп». Это безинъекционная мезотерапия под мощным потоком очищенного кислорода. Сыворотка попадает глубоко в нашу кожу, на длину иглы, как при мезотерапии. Только это больно, то для нас, мужчин, это боль, это, ну, и не каждый пойдет. То процедура «Дермадроп» – это очень круто, безболезненно, очень потрясающий эффект. Это увлажнение, это свежесть, это борьба с какими-то недочетами. Мы выкладываем салат. Можно лимончик, пожалуйста? Пожалуйста. Данкишон. Нам понадобится, мы немножко его оформим, чтобы все было красиво. Теперь берем наш соус. Я вам про него уже рассказывал. Тут как бы соус, он немножко с кислинкой, и сам грейпфрут дает вот кислинку, да. И вот сгущенка, она смягчает этот вкус. Мне кажется, грейпфрут дает еще горчинку. И горчинку, да, все правильно. Берем немножко свежего обработанного латука. Латук. Вот я это обычно просто говорю. Салат. Салат. Мне понравился. Салат. Я первый раз узнала, что он латук. Можете укладывать в кольца, пожалуйста, сами. Наш салатик прекрасно подготовлен. В центр кольца выкладываем. Пока Михаил выкладывает, я Михаилу задам еще один вопрос. Давайте. Михаил, центр косметологии и красоты – это не единственная компания, которая входит в ТАФИ. Прекрасная выкладка. Что еще? Какими еще медицинскими услугами можно воспользоваться? Да, действительно, это так. ТАФИ – это группа медицинских компаний ТАФИ, куда входит ТАФИ-диагностика, это все виды лабораторных исследований. Это медицинский центр «Доктор ТАФИ». Это центр вакцинации ТАФИ. То есть, попадая к нам в компанию, вы получаете полный спектр медицинских услуг. Заметьте, мы добавляли грейпфрут, у нас остался жмых. На жмыхе очень много сока. Его надо было выдавить рукой и добавить листовой, ну, немножко подогреть листовой желатин или просто желатин, замочить в холодной воде, потом его через сито и добавить уже в горячий грейпфрутовый сок. Убрать в холодильник как украшение. Выложите, пожалуйста, как вот у меня. Давайте. А то я всех перекрываю. Как своим. У вас мы точно не сможем. Это однозначно. Да, аккуратненько все делайте, красиво, как вам подсказывает ваш кулинарный визаж. Учитывая, что я в начале программы призналась, что я больше люблю есть, чем готовить, то не обессудьте, пожалуйста. У нас уже раскалился вок. Да, вот это разделю на две части. Потому что если я все закину, у нас получится варенка. А нам варенка не нужна. Не надо сразу же мешать. Дать 20-30 секунд, чтобы, ну, взялось блюдо, шокировалось, зашилось. Итак, я предлагаю пробовать. Напомню, мы сегодня готовили мясо трубача и фирменный салат с крабом и авокадо. Я уже просто понимаю, насколько это вкусно. Да, соберите все на вилочку с авокадо, с крабом. Угу. Так. Это вкусно. Это божественно.
Это очень вкусно. Моя очередь. Ну, даже еще попробуем. Очень вкусно, но я сгущенку не чувствую. Да? От слова совсем. Вот вы мне сейчас сказали, и я начал искать вкус, нащупал его. Ага. Так что приходите к нам в Огонек, на Огонек, и пробуйте наши салаты. Владимир, большое спасибо. Все очень вкусно. Как всегда. Как всегда. Теперь трубач. Так, переходим ко второму блюду. Угу. Это очень вкусно. Чудесно. Бон аппетит, так сказать. Но мы, в свою очередь, конечно, всем советуем ресторан «Огонек». Спасибо 8-му каналу, спасибо ресторану «Огоньку». До новых встреч! Ждем вас к нам в гости. Ну, я, в свою очередь, в конце программы напомню, что мы сегодня готовили вместе с Владимиром, су-шефом ресторана «Огонек», Михаилом Глушко, управляющим директором Центра косметологии и красоты группы компаний «Тафи», и ведущим специалистом Центра косметологии и красоты Олесей Агузаровой. Спасибо большое. Ура! Большое спасибо! Это программа «8 вкусов». Готовьте с нами, ведь это вкусно, полезно и интересно. До скорых встреч!